Этот замечательный молодой человек собрался, чтобы рассказать вам про замечательную гитару, которая называется Грег Беннет D9-12CE. Здесь не все так просто. Рубрика «Диагноз» сделана для того, чтобы показывать вам гитары, которым конец, на букву «П», понец, то бишь. Понец. Давайте мы для начала вам все-таки расскажем, что это за гитара. Вам слово, Алексей. Да, это чудесная гитара очень хорошей, известной нам серии. Сделана из замечательного дерева. Какого же? Верхняя дека ель. Внимание, обечайка, нижняя дека, клен. Это важно. Это клен, да, господа. Это клен, причем, как мы знаем по акустикам Грег Беннет, дерево это очень хорошего качества. Да. Очень клево резонирующее. А как, смотрите, как блестит она на фонариках, как отражается свет на ней. Тут такой очень модный бигард. Черный, чтобы матовый пикап. Чтобы вы не покоцали эту гитару, которую, в принципе, уже ничего с ней не остается делать, кроме как коцать. Перламутровая окантовка, все очень красиво. Полностью рабочий. Включи, покажи. Активный. Ага. Вот, замигала. Ну, ты ручку убери. Вот, да. Мигает. Мигает. Работает. Мигает. Отлично. Тюнер работает, эмбраблок активный, пьеза тоже весьма. Весьма неплохая. Какая хорошая гитара. Но в чем же подвох сейчас, спросите? Главное, как много колков. Смотрите, как много колков. Как да, много. Целых 12. 12 колков. Гровер. 12 колков. Гровер, не какая-нибудь чешуя. Да. Но на этой гитаре есть горб. Большой горб. Горбун из Нотр-Дама. Горбун практически. Горбун из Нотр-Дама. Горб настолько серьезный, что даже открытые струны... Не все. Не все звучат, а их 12. О, какой интересный звук. Это ты сейчас играешь боярского, пока-пока покачивая шляпами, а перьями на шляпах, прошу прощения. Как видите, гитара в данный момент не играбельна, как гитара. Ее можно использовать, конечно, как перкуссию, что-то типа. Но не более того. И самый главный сейчас момент. Почему же надо ее купить? Новый этот инструмент стоит дорого. 15-20 тысяч и больше. Горб абсолютно легко поправимый. Я сейчас вам расскажу, что нужно сделать. Давайте, давайте все-таки сейчас начнем с того, что мы эту гитару отдаем в рубрике «Дисконт Диагноз» за 5 тысяч рублей. За 5 тысяч рублей вы, во-первых, получаете 12 колков «Гровер», которые уже, в принципе, почти составляют стоимость этих 5000 рублей. Вы получаете отличный палисандровый стоп-бар, там, или как это называется? Это называется подставка. Подставка, да. Это хорошо. Называется подставка. Вы получаете 12 замечательных струн и много-много дров для костра. И очень хороший корпус. Да, и тюнер еще получаем. И тюнер. И кучу оболони, и красивого фигни. На самом деле, ребята, если вы отнесете эту гитару мастеру, за 3-4 тысячи вам устранят горб, и гитара будет полностью играбельная. Снимаем лады до 12-го лада, шлифуем накладку, ставим лады назад. И все хорошо. И все играет. Мы ждем того храброго безумца, который будет готов это сделать сам или обратиться за помощью в нашу мастерскую. 5000 рублей за место 15, это, ребята, очень хорошо и интересно. Ждем вас, соответственно, за данным инструментом. Наша рубрика «Диагноз» пользуется большим успехом у вас, поэтому мы рады, что вы остаетесь с нами. Всем спасибо! Следующий диагноз будет скоро. Какие флажолеты. Ну, хоть что-то в этой гитаре звучит отлично.